Всем привет! Мама, сколько время? Сколько время? 7:15. Ты куда собрался? В лагерь! Правильно. Давай кепочку тебе сделать, кепку? Да. Доброе утро, молодой человек. Что-то Гриша не весел, да? Угу. А что ты не весел? Хочешь еще поспать? Так, ну что, родители уже тут начали вязать. Папуля на место. Мамина. Марсик пришел, сейчас буду тебя кормить. А я сейчас хочу поменять местами яблоки сушеные, потому что сверху они совсем еще сырые, по краям только просохли. Сейчас будем менять их местами. А здесь уже, гляньте, нижнее подсохло. Даже уже готово. Здесь где-то вот вторая была, получается, снизу. Ну, в общем, сейчас все, в общем, меняю местами и ставлю еще тушиться дальше. Так, мамуля будет вязать, а я пошла тушить. Ага, пошла. Капусту. Навязали мы уже две коробки. Это 120 штук. Так, вот я нашелковала капусту своим любимым ножичком. Дорезала уже обычную. Вот видите, она прям такая толстенькая. Потому что вот этим ножом сейчас его покажу. А здесь все такое тоненькое, все такое красивое. Будем сейчас ее тушить. Вот этот ножичек. В Бауцентре. Как ни странно, я его купила. Сейчас уже ополоснула. Вот такой вот он с двумя лезвиями. Так, вот так вот у меня тушится с луком. Сейчас я сюда добавлю морковку. Просто на подсолнечном масле. Капуста, я люблю вот такой вот, знаете, бабушкин вариант, вот такую вот поджаренную капусту. Не просто с водой вот сразу тушеную, а именно немножко поджаренную. Сейчас еще морковку. Так, вот такая вот красота получается. Посолила, поперчила. В общем, здесь морковка, болгарский перец и лук. Сейчас буду все это заливать томатом, ну, у меня будет томатная паста с водой. И потом, когда вся вода выкипит, то все будет готово. Вот так вот, а пока это все тушится, я уже укропу порезала, сейчас еще петрушки пойду возьму и чесночок. Так, ну что, получается, что вот это теперь все будет выпариваться, вся вот эта вот жидкость. И жду, когда она вся водичка выпарится. И буду уже в конце добавлять зелень и чесночок. Ну и попробовать, может быть, нужно немножко сахара, потому что бывает, что томат кислый. Ну, у меня томатная паста, поэтому мне сахар не надо добавлять. Та-да-дам! Все готово. Уже капуста настаивается. И потом мы ее будем кушать на обед. Так, Григорий собирается уже в школу. Так, сегодня что у нас? Не это? Не сокращенные уроки? Уже нет. Уже все, жара закончилась, да, сегодня? Так, сейчас покажу покупки. Отвезла Гришу в школу. Заезжала тут в магазин. Во-первых, пришли формы с Алиэкспресс. Такие кругленькие. Для пряников. Так, что здесь? Две пачки влажных салфеток. Он тоже и Грише в рюкзаки положу, чтобы, мало ли, руки. Гриша сейчас же, как сегодня, вот, например, уже труды, то есть там они будут клеить, чтобы он руки вытирал. Кефир, два кефира, два молока. Помидоры, огурцы, розовые помидоры. И огурцы зеленые. Курицу одну купила. Вот такая вот у нас деревенская курочка. Сегодня они прям вообще... Куры все желтенькие. Одну свежую, одну маринованную. Сейчас ее в духовочку поставлю. Кашу буду варить. Взяла сегодня такую, которая в пакетах. А еще взяла две пампушки. Или как они? Пампушки называются, с творогом. И пирожки. Но они, по-моему, тут придавились. Один вот разломался. Сладенькие. Ягодами. Еще вот такое вот печенье соты, самое обычное. И пряники, но вот эти вот именно без начинки. Очень жаль. Вот все покупки. Так, ну что, у меня уже курица в духовке, каша варится. Все как по инструкции, в кипящую воду, два пакета и варить 20 минут. Все, на будильнике все поставила здесь 20 минут.
Через 20 минут у меня заиграет будильник, и я приду, все выключу. Ну, в общем, с кашей тогда будем разбираться. Так, а пока я буду вязать петрушечку. Здесь родители уже навязали, я, вернее, ее сейчас буду считать. Так, Антошка уже на танце. Давай, переобувайся, зайчик. Вот полицейская, вот Богдана, и вот полицейская Богдана. Ага, а что надо было нарисовать? Какая тема, ты знаешь? Маша. Да? Ну, давай, зайчик, переобуваемся и быстренько на танце. А Вику там не говорили? Нет, а Вики ж сегодня нету. Есть? Да. Нет, ничего не говорили. Ну давай, обувайся. Все, ты на танце? Ты хочешь? Дневник надо купить, нам и коврик положить, да? Там мы все время забываем коврик с собой взять. И дневник надо купить сегодня, выбрать. Давай переодеваемся. Антоху отвели, теперь Гришу идем забирать со школы. Ну как ты здесь, что ты делал? Уже не сокращенные уроки, да? Сейчас лучше. Лучше? Лучше, лучше. Сахара я могу поднять. 5 килограмм сахара можешь поднять? Ну нормально, значит не надо тренироваться, да? Ну 5 килограмм это нормально. КГ. Так, заходим. А я написал КГ. КГ. А как 5 килограмм, КГ сокращенно. Дециметры, ДМ. Угу. Так, все, я еду за Антохой, 16:45. Коврик сразу в машину положу, чтобы потом его не забыть в среду. Покажи, мы дневник купили. Покажи. Тебе такой понравился? Ага. Здорово, теперь сразу его в рюкзачок клади, хорошо, чтобы мы его не забыли. Нет, дома. Хочу. Посмотреть? Да. Все, Афонька уже дома. Я как только Афонька взял ватрушку, я сразу вспомнила, что это ватрушка, а не помпушка. Вот это вот с творогом. Угу. 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 Ты что, голодный? Ты уже покушал? А что так быстро? В общем, кушаем мяско, курочку. Что, тебя спустить? И кашу ячневую из пакета, которая... Что еще тут у нас? Тогда зови Григория кушать, хорошо? Пирожки, всякие пряники, печеньки, тушеную капусту. Ватрушка! И вот еще, кстати, пирожочек с яблоком и с вишней. Здесь еще у нас овощи. И тушеную капусту. Компотик. Кто захочет чайник, я поставила, будет пить чай. Я. Что это такое, сынок? Ты загадываешь. Ты занимаешься? Да. Ну давай. Раз. Два. Три. Четыре. Вот так, сильный ты. Молодец. Давай еще пять. Пять. Молодец. Один. Шесть. Один. Да не четыре, семь. Лев. Да. Один. Восемь. Лопни. Так, пересыпала. Мы, в общем, уже приехали домой с карате. Я пересыпала сахар 5 килограмм, который купила, вот в такой вот контейнер. Потому что прошло... Это наш контейнер. У нас был такой. А Виталика вон, я помыла, стоит, ждет Виталика. Вот, потому что в мешке что-то у нас какие-то там жучки ползали уже в конце сахара. А здесь, надеюсь, что они здесь не появятся. Так, ну что, мы уже готовимся ко сну. Папуля наш пошел самый первый спать. Он очень устал. А дети здесь быстренько сейчас. Гриша тоже уже спит. Ну, ложи, клади тогда на стол, пожалуйста, хорошо? Ты хочешь поставить? Ну, он сейчас упадет. Положи на стол. Хорошо? А вот это там священный пистолет. Так, все помылись. Сейчас быстренько наведут порядочек. Афоня, гитара у тебя еще осталась. И идем отдыхать все, да? Да. Потому что завтра какой у нас день недели? Вторник.
Правильно. А потом послезавтра какой? Среда, да. Да. Я еще сейчас в туалет схожу. Да. Пока не ночи. Пока не ночи. Всем пока.